Запад начинает для своих граждан открывать информационный занавес. Тому подтверждение документальные фильмы про украинские маски революции и про то, кто мог сбить малазийский Боинг на Донбассе. Но почему они это делают? Раньше мы могли слышать обвинения России во всех смертных грехах, а теперь страны Европы и США будто прозревают. Но так ли это? Об этом рассказал постоянный эксперт накануне ТВ политолог Ростислав Ищенко. Не секрет, что практически Запад с Украины ушел. Он ее бросил, мягко говоря. Он ее не финансирует уже больше полугода. И как бы это ни было дипломатические усилия поддержки Украины, Запад тоже давно прекратил. Ну, ритуальные заклинания по поводу того, что Россия должна обеспечить выполнение Минска, произносятся, но не более того. Дальше вполне естественно у собственного населения возникнет вопрос, от чего вот демократические страны бросили поддержку великой украинской демократии против страшного российского Мордора. А вот тут-то ему и рассказывают, что оказывается это на Украине страшный Мордор, они самолеты там выбивали, еще что-то делали. Я думаю, что скоро и про Одессу снимут. Запад уходит от кровавого режима Порошенко. И если еще вчера граждане западных стран четко отвечали сами себе, кто сбил Боинг, то сейчас планы меняются. В принципе, здесь речь идет не о том, что какие-то широкие массы как-то формировали или изменили свое отношение к Украине, а чтобы у них просто выработать реакцию, как у собаки Павлова. Вот вырабатывалась у них реакция, кто сбил малазийский Боинг? Россия. А теперь, что такое Украина? Это те, кто сбили малазийский Боинг. Это вот надо на какой-то период, пока Запад оттуда будет потихонечку убирать. То есть буквально до конца года надо, чтобы эта тема проболталась. Вот она и будет болтаться. За это время, я думаю, в Украине еще ни один хороший фильм покажет. Эксперт уверен, что без предварительного политического одобрения эти материалы не были бы показаны. Но раз так, то добро уже дали и какое-то решение принято. Но в отношении кого и что это за решение? Запад уходит с Украины. С Россией не будет дальше бороться. Просто он будет бороться с ней в Сирии, в Африке, в Азии, в других местах, другими средствами. А с Украины он уходит, потому что этот инструмент оказался негодным. Вот об этом, собственно, и свидетельствуют все эти фильмы, которые показывают и будут показаны, книги, которые будут написаны, статьи, которые будут опубликованы. Западу надо поменять дубинку, с которой с Россией сражается. Вот и все. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для «Накануне ТВ». Подписывайтесь на канал «Накануне ТВ» и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».